Малый Гнезяковский переулок. Сегодня здесь шумновато, активно ведутся дорожные работы. Перед нами памятный многим москвичам дворец бракосочетания номер один, многие годы соединяющие любящие сердца. Но также бросается в глаза небывалое скопление на узкой улице полиции, ОМОНа, а также автозаков и других спецмашин. Это потому, что в находящемся рядом здании Верховного суда рассматриваются апелляционные жалобы крымских татар, осужденных за терроризм, захват власти и принадлежность пресловутому Хизбу Тахриру. Как видим, здание суда еще не достроено, но работа в нем уже кипит. Энверу Мамутову присудили 17 лет, остальным Рустему Абельтарову, Зеври Абсиитову, Ремзи Неметову по 9 лет. Всего на четверых 44 года. Поддержать осужденных собралось множество народа. Подавляющее большинство, около 100 человек, это земляки, специально приехавшие из Крыма. Половина собравшихся смогла пройти в здание, остальным придется дожидаться решения суда на улице в окружении силовиков. Никто никого задержит не собирается. Публичный акт проведен, не должен прибыть. Этот адрес, Малый Харитонинский переулок, дом 12, наверное, надолго запомнится многим крымским татарам. А вот заветная дверь, у которой находится зал судебного заседания. Сейчас она закрыта, там решится суд. Вот и первый комментарий в перерыве между заседаниями суда. Как видим, настроение оптимистическое. Сказали, что можно перекурить 15 минут. Потом опять мы можем заходить. Прокурор, короче, скачуху дал, короче. Тихо. Уменьшил срок, будет ехать. Шангуля. Насколько он уменьшил? Ну, он конкретно не сказал, вот, вот за эти статьи, да. И все равно. Ну, что идет как лучше, вроде бы. А у Брахмана равно. Нам удалось пройти в помещение суда. Ну, пусть не в зал заседания, но хотя бы посидеть в коридоре. Привет, мама, 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 мама
Здесь установлен большой экран, с которым можно наблюдать, что происходит в зале заседаний. К сожалению, слов не разобрать, качество звучания не очень, как вы видите. Нам же остается только надеяться, всматриваться и предполагать, какое же решение примет суд. Сейчас заключенные произносят свое последнее слово. Это последний перерыв заседания суда перед оглашением решения апелляционной инстанции. Ассаламу алейкум, рахмадуллах. Бутун дуаларыңыз, дуаларымызда сіз, жүректерімізде да сіз. Иншалла. Еде. Ассаламу алейкум. Земли. Сейчас будет приговор, да? Да. Ильдар Рамазан Азмал, брат. Салам алейкум. От твоей семьи тебе привет. Был дома, все нормально. Алхамдуля, не переживай. Вам тоже, братья, всем привет из Крыма. Взлер Чохмас, мудак. Бек Чохмас. Алейкум салям. Давайте, держитесь, братья, мы с вами. Мы вас всех ждем. Эльвирагай! Уважаемый. Адвоката Нагира Хасова окружили женщины из Чечни и Башкирии. Матери и жены осужденных по делу Хизбут-Тахрир.
колонии с конца мая прошлого года. И что? Он теперь сейчас сидит. Постоянно СИЗО, ШИЗО и ПКТ. ЕПКТ. ЕПКТ он находится, но на данный момент он в карцере. Тюрьма в тюрьме. Даже ну, в вот это как раз таки запрещено. Ему усиливают режим, получается. Усиливают. А ему общий режим дали? Или строгий? Строгий. 16 лет строгий. И вот на данный момент он сейчас тоже находится это в карцере. Карцера находится дополнительно. Вот сейчас только он. Осудили его когда? В этом году? Какие там способы влияния или решений у вас? На национальном уровне у нас больше нету эффективных каких-то механизмов, поэтому данное решение, данный приговор мы будем обжаловать в Европейском суде по правам человека. Как? Впечатление? Впечатление? Ну, я скажу, что действительно это сегодняшнее решение – это просто издевательство. Да? Вместо 17 лет Верховный суд смягчил и дал моему подзащитному 16 лет и 9 месяцев. На 3 месяца смягчил. Однако статью о попытке насильственного захвата власти в России оставил и статью о терроризме оставил. Вот. Игнорируя все доводы защиты, которые мы говорим уже с начала следствия. Вот если коротко так. Ну а что дальше, дальнейшие действия? Дальше это Европейский суд по правам человека и другие международные инстанции. На национальном, ну вот на уровне Российской Федерации мы как бы, можно сказать, по защите, именно по приговору закончили свои действия. Дальше уже международные инстанции. Я Абсалямова Алия, супруга Мамутова Энвера. Прослушав судебное решение, конечно, это просто смешно. Из 17 лет строгого заключения дать 16 лет и 9 месяцев. То есть 3 месяца просто вот над людьми просто посмеялись. Ни за что, за то, что человек несет какие-то убеждения свои, за свои мысли, за свои религиозные убеждения, которые вот, приравнили к терроризму, к захвату власти. То есть, это... А семья у вас большая? Да. У Эльвера семеро детей. Семеро детей? Да. Семеро детей. И как? У на что будете жить? У него есть престарелая мать, которая также находится сейчас вот дома с детьми. Единственное, ну, как мы сегодня существуем, это поддержка наших родных и с его стороны, и с моей стороны, и поддержка нашего народа. Держаться друг за друга, быть в единстве. И с первого дня народ нас не оставляет, народ постоянно с нами. Ребята, которые приходят к детям, они этих детей считают своими. На протяжении вот стольких лет после задержания моего супруга появилось объединение «Безымбалалар» в Крыму, которые также присматривают, вот, делают все для наших детей. После полтора года назад, я насколько знаю, появилось объединение, движение «Крымское детство», которое также, вот, ребята, чтобы наши дети не чувствовали отсутствие своих отцов, они приходят, забирают этих детей, возят на прогулки, ну, радуют детей так, как радовал бы их отец. Вынесенные приговоры являются ничем иным, как ярлыком, который вешают не конкретно на каких-то отдельных граждан. Это ярлыки, которые навешаны на весь крымско-татарский народ. И это несогласие сегодня было показано перед судом, когда люди вышли с транспарантами, с плакатами о том, что крымские татары не являются террористами, и прекратите репрессии по религиозному и национальному признаку. Более 50 человек задержаны, сейчас они находятся в двух райотделах города Москвы.
адвокаты, московские адвокаты и правозащитники уже выехали для оказания им юридической помощи. Сейчас мы тоже готовы присоединиться к своим коллегам для того, чтобы оказать юридическую помощь своим соотечественникам. И сегодняшний процесс, и в целом те события, которые происходят в Крыму, они показывают связь с предыдущими событиями, которые происходили в 1944 году. Крымских татар назвали тогда предателями, но через определенное время этот ярлык с них сняли. Точно так же и сегодня этот ярлык террористов, который вешают на наш народ, он будет снят обязательно. И те параллели, которые можно провести в целом с нашим народом, это и в 87-м году, когда крымские татары вышли на Красную площадь, и вчера, в 19-м году, когда крымские татары вышли на площадь с лозунгами, говорит о том, что мирное, ненасильственное сопротивление крымских татар, оно не изменяет своему главному принципу. Это движение, которое отстаивает свои права исключительно мирным образом и будет добиваться до победного результата. Сейчас все, и я думаю, мы с коллегами будем отправляться для того, чтобы оказывать юридическую помощь. А не могли бы представиться вы? Гимиджи Лиля, адвокат. Из Крыма? Из Крыма. Да.